святой мученик Лонгин Сотник, римский воин, нес службу в Иудее под началом прокуратора Понтия Пилата. Во время казни Спасителя отряд, которым командовал Лонгин, стоял на страже вокруг Голгофы, у самого подножия Святого Креста. Сотник и был тот самый воин, который пронзил копьем ребра распятого Спасителя и от истекшей крови получил исцеление больных глаз. После казни и погребения Спасителя Лонгин со своим отрядом стоял на страже у гроба Господня. Здесь воины узрели пресветлое Христово воскресение. Эти события так потрясли душу Лонгина, что он уверовал во Христа и всенародно исповедал, что воистину это Сын Божий. Воины приняли крещение от апостолов и решили оставить службу. Лонгин и его два соратника отправились с проповедью о Сыне Божьем на свою родину, в Каппадокию. Пламенное слово подлинных участников великих событий всколыхнуло сердца и умы каппадокийцев, и многие из них приняли христианство. Узнав об этом, Понтий Пилат отправил туда отряд воинов, чтобы убить проповедников. Посланный отряд прибыл в его родное селение, и бывший сотник сам вышел навстречу воинам и приветствовал их. Узнав о цели их прибытия, Лонгин и его сподвижники просили изумленных воинов исполнить свой долг воинского повиновения. Воины хотели отпустить святых и даже советовали им бежать. Но сподвижники отказались это сделать, проявив твердую волю принять страдания за Христа. Святые мученики были обезглавлены. Их тела погребены там, где они завещали, а головы отправлены в Иерусалим Пилату. Честная глава Лонгина позже была погребена в Каппадокии, чудесно исцелив незрячую. «29 октября. День памяти мученика Лонгина Сотника Каппадокийского».